Приветствую уважаемых зрителей и подписчиков нашего канала. Перед тем, как начать, хотел бы опять акцентировать внимание на том, что предлагаемая мною вам коллекция афоризмов и цитат все еще доминирует афоризмы и цитаты Сергея Лукьяненко. Скажу честно, когда я сам начинал его читать, мне и в голову не приходило, что у него окажется так много мыслей, которые меня заинтересуют. Но вот факт остается фактом. Как видите, так сказать, список этих мыслей все никак не хочет иссякать. С вашего позволения продолжу знакомить с коллекцией. Первый афоризм лучше зачитаю, он довольно спотыкательный. Все фильмы, где Кертис Ван Кертис, белокурый юноша-склеротик, влюбляющийся в непроходимую дуру, оплачивают сатаном. Это снижает зависть и агрессию. Веселого боя и легкой смерти. Кей никогда не переоценивал свои силы. Еще меньше он был склонен полагаться на удачу. Нельзя оставлять людям веру в друзей. Они сразу крепнут. Она была еще очень молода и не утратила ни наивности, ни оптимизма. Ночью даже у слов другой цвет. Не морочить голову, тогда скучно будет жить. Достоин ответа вопрос, а не спрашивающий. Ты убийца по сути своей. И вылазь для тебя. Свобода дарит смерть. А адреналин еще буйствовал в крови. Чем беззащитнее жертва, тем слаще это чувство. Только глупец не боится тех сил, которые не понимает. Следующее тоже лучше зачитаю. Раш, я предпочитаю любить человечество в целом. Это удобнее. Умница, нежно сказал Кей. Гораздо удобнее. Особенно, когда сотню раз получишь пинка от тех, кого любишь. Собственно говоря, тогда это становится единственным выходом. Завтра наступает всегда. Следующее тоже лучше зачитаю. Нельзя давать людям бессмертие, если они всего лишь звери. Нельзя делать их равными Богу, если они лишь люди. Верность не приемлет клятв, но пока я верен тебе. Нет дороги назад, потому что нет ничего позади. Нет попутного ветра тому, кто не знает, куда плыть. Память надежнее любви. Извинения несовместимы с оправданиями. Равных себе не любят. Равный может стать лишь другом. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?